Приватизация, конечно, преступная. Нельзя было так проводить. Нужно было у тех, у кого есть накопление, давать им брошенные участки земли. Пускай они там строятся, что-то делают. С какой стати им отдавать заводы, фабрики, гостиницы и так далее. Квартиры вот приватизировали, но люди же обманули. После приватизации требуют, сами ремонтируйте. Это же дорого, дом ремонтировать многоквартирный. Поэтому многим было выгоднее остаться под государством, чтобы и государство ремонтировало. В этом смысле, конечно, тоже напортачили. Чубайс, видите, снова он министр. То есть напортачил с приватизацией, с, значит, РАО ЕС расчехвостил, там тоже полно ошибок. Что обещали? Будет дешевле и много энергии. Ее не хватает, и она дороже стала. То есть все делают наоборот. Обманывают.